Шахматные классы уже действуют в 14 школах Владивостока. Сегодня мы приехали в муниципальную школу «Старт», чтобы понять, почему это такой полезный вид спорта. Побывали мы на уроке этой группы не просто так. Здесь преподает Виктория Чхань. Она шахматная звезда всего Дальнего Востока. Это умственный вид спорта. То есть, несмотря на то, что я любила и физический вид спорта, ну, в плане занималась всем там подряд, но здесь, наверное, мне понравилось, что ты должен побеждать именно умом, да, то есть быть умнее другого, перехитрить, придумать какую-то комбинацию. И, собственно, затянуло, стало, еще и стало получаться. Это, естественно, дополнительная мотивация. И 7 лет, сколько уже, ну, 23 года, получается, я в шахматах. Свои знания Виктория решила передавать и другим шахматистам. Ее методика вырабатывает в детях главное – умение тактически мыслить. Группы абсолютно разные, разного уровня, но основа – это, безусловно, какая-то тактическая, то есть мы решаем задачи, может быть, на компьютере, может быть, на каких-то листиках, у каждого там есть свое учебное пособие, где они тоже и дома решают задачи. Обязательно это игровой процесс, в начале тренировки, в конце там тренировки даем время немножко расслабить, после напряжения. И вот сами видели, да, то есть какой-то обязательно анализирующий процесс, потому что шахматы, безусловно, учат именно анализировать, мыслить, мышление развивают, поэтому обязательно такой процесс в тренировке мы тоже добавляем. Но почему шахматы все же спорт? И почему такой полезный? Ответили воспитанники муниципальной спортшколы. Очень нужно долго готовиться, чтобы в некоторый участок времени выполнить все то, ради чего ты старался весь свой год. Шахматы просто такая игра, в которой можно получать многие призы, денежные награды. То есть в теории можно как бы типа учиться на самостоятельности в жизни еще с ранних лет. Шахматы развивают мыслительные процессы, то есть и в школе с математикой помогают, там, и уже более взрослым, в взрослом возрасте помогает тоже там, не забывать какие-то мелочи, развивает память. Интересный факт. Во всех соревнованиях у шахматистов должна быть страховка от несчастных случаев, несмотря на то, что шахматы – не травмоопасный вид спорта. В начале сезона шахматисты проходят спортивную диспансеризацию, как и другие. А в конце сезона все воспитанники спортшколы должны сдать спортивные нормативы для перевода на следующий учебный год. Например, бег, присед, отжимания, наклоны. Говорят, шахматы – это борьба со своими ошибками, поэтому в этой игре мне было проиграть не страшно, несмотря на то, что мой соперник – лучший шахматист в группе. B2. Ас – это слон. B2. Я могу так походить? Я выиграла? Нет. Нет. А что было? Гроссмейстером мне не стать, но в шахматы играть продолжу. С вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте!